Добро пожаловать в мою творческую мастерскую. Сегодня мы с вами будем делать розу диаметром 30 сантиметров из изолона. Изолон для такой розы вы можете взять как 2, так и 3 миллиметра толщиной, а также сделать его из фоамирана толщиной 2 миллиметра. Из квадратных заготовок вырезаем лепестки, как показано на видео, без шаблонов. Размеры лепестков и их количество вы найдете в описании к этому видео. Из обрезков я делаю основу для нашей розы. Так как моя роза из изолона, склеиваю я все обрезки с помощью фена. Также в качестве основы, например, розы из фоамирана, вы можете использовать пенопластовый шар. Диаметр шара для основы 10-12 сантиметров. Формируем лепестки с помощью фена. Сначала разогреваем край лепестка и слегка загибаем края наружу. Затем нам нужно сформировать углубление по центру лепестка. Я это делаю с помощью пластикового светильника диаметром 15 сантиметров. В этой розе у меня получилось всего 24 лепестка, но не всегда количество лепестков в каждой розе одинаковое. У вас может быть больше, либо меньше лепестков. 5 лепестков размером 15 на 15 оставляем прямыми, они нам понадобятся для бутона. Из одного из этих прямых лепестков склеиваем кулечек. Этот кулечек приклеиваем к шарику, к нашей основе. В
Второй прямой лепесток приклеиваем сначала к верхней части бутона, а потом к основанию. Не приклеивайте этот лепесток слишком плотно к серединке. Оставьте небольшой зазор. В следующем ряду нам нужно приклеить 3 прямых лепестка последовательно друг за другом. Для этого первый лепесток приклеиваем только за один край. Последний, третий лепесток одним краем заводим под первый. Края этих лепестков можно слегка изогнуть над феном, чтобы придать более открытый вид нашему цветку. Следующий ряд состоит из 4 изогнутых лепестков размером 15 на 15 сантиметров. Приклеиваем их точно так же, последовательно друг за другом, заводя последний лепесток под первый.
Дальше собираем розу из больших лепестков размером 20 на 20 сантиметров. В каждом ряду у нас будет по 5 лепестков, всего 3 ряда.
Для того, чтобы закрепить такую розу на стебле, проделываем отверстие в нижней части с помощью ножниц и ножа. Мастер-класс «Как сделать стебель и листики для такой розы» у меня уже есть на канале. Ссылку на него вы сможете найти в описании к этому видео и в конце, а также перейти на него по подсказке вверху экрана. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые мастер-классы. И до новых встреч!